Динулька, что делаешь? Я хочу сварить мыло. Да? И что это у тебя тут? Формочки для мыла. Мы сегодня с папой их купили. Да? Прям сегодня? И мы сегодня с вами будем его делать. Давай попробуем посмотреть, что у тебя в пакете. Давай? Давай. Покажешь? Да. Давай. Смотрите, тут есть формочки. Смотрите, это для этого вот такой розы, видите? Надо начинать с такого. Угу. Это основа для нашего мыла. Угу. Мы его с вами будем сколько захотим расплавлять. Угу. И... Варить мыло. Да? Попробуем сегодня первый раз. Смотрите, а это такие штуковины. Сначала сюда надо заливать такую основу и красить. А красители у нас вот. О, ничего себе, сколько красок. Хорошо, давай. Ребята, сначала это мы будем варить, а потом засыпать это в какие-то такие мыла. Давай я с тобой выберем, какое мыло мы попробуем сделать. Выбирай, какая формочка тебе нравится. Ой. Ой, тут даже... Что? А, там... Я хочу такую сделать. Видите? Тут да, всякие что-то. Бриллианты. Все сделано как бриллиант. Мороженка. Мороженка и мальчикам понравится, и девочкам. Ну что, давайте делать? Попробуем? Давай. Сначала мы берем пыльную основу и нарезаем ее кусочками, кубиками. Кубиками, давай, нарезай. Доставай основу. Много-много кубиков. Я думаю, смотри, надо чуть-чуть поменьше, чтобы немножко поменьше. Да, вот так вот. И мы кладем его в микроволновку. Вот что у нас получилось. Надо его размешать и еще раз... Я хочу размешать. Конечно, давай. Давай, хорошенечко перемешаем. Так, вот что у нас получается. И еще разочек нам нужно его в микроволновку на 30 секунд. Вот какая у нас получилась эта... Прозрачная, да? Прозрачная жидкость. Так. Надо нам добавить вот такой штуковины. Это называется базовое масло. Базовое покажи. Масло. Как оно выглядит? 2 или 3 капли. Давай, кстати, 2 или 3. Давай, 3 добавим. И выберем цвет. Какой цвет? Вот этих или вот этих? Это какой бы хотел? Можно сделать, если ты хочешь маленькие, чтобы они были внутри мыла, можно сделать их неоновым таким цветом, чтобы они светились в темноте. Какой тебе цвет нравится? Розовый? Розовый. Давай добавим его. И последнее нам нужно добавить... Выбрать, как наше мыло будет пахнуть. Или этот запах мы можем добавить уже в большое мыло. Маленькое оно уже будет внутри. В принципе. Заливаем наше мыло в форму. Ребят, мы это все залили в формочку. Надо быстренько побрызгать спиртом, чтобы не было пузырьков.
Гиль, я знаю, что предлагаю. Вот у нас еще осталась розовая жидкость. Можно делать еще какое-то мыло из нее. Мужская звезда и, например, еще какая-то штука. А еще очень важно, ребята, не делайте так на столе. Да? Да. Давайте пока сделаем основу для нашего большого мыла. Да, то же самое, да, нам нужно? Вот у нас самое. Есть нарезанные кусочки. Теперь надо для большого мыла. Вы видите там смайлик? Сколько? Пару капель, да, мы опять добавляем? Ты можешь верхушечку сделать какого-то цвета желтка, к примеру, или какого-нибудь? Хочу, чтобы светило. Тогда только немножко желтенького, чтобы внутри желтого было видно розовое, да? Ребята, оно у нас камин. Стало вот такого да. Вот цвета, я даже одну уже выковырила. Надо в будущем заливать так, чтобы покрывалась только-только дырочка. Раньше у меня такая же основа, как у нас была розовая. А какой ты запах добавила? Персик. Персик. Ну вы, ребята, можете добавить какой хотите, да? Угу. Положим кристаллики. Ребят, у нас получилось. Теперь надо заливать последнее. Что последнее? Сверху. Основу заливаем. Теперь снова. Уже это. Сначала основа, потом наполнитель и снова основа. Показывай, что там розовенькое у нас получилось. Давай, достанем, попробуем. Вот что у нас получилось. Вот наш помощник. Недовольный. Да. Ты тоже хотел мыло себе? Ребята, теперь самое главное. Надо проверить наши формочки. Наше мыло, да? Мыло. И оно светится в темноте. Давайте скорее в ванну. Не светится. Еще. Не светится. Ну что, давай попробуем. Попробуем? Мама, а ты бабка, попробуй свой свет. Может, оно только с водой, это свет? Ну, попробуй. Мылиться оно? Мылиться, мылиться, ребята. Да? Да. Класс. Ну все, теперь, Дин, у каждого будет свое мыло, да? Ага. У тебя, у меня, у папы и у Макса. Я выберу морскую звезду. А я выберу рыбку. А ты что выберешь? Он говорит ракушку. Ракушку выберешь? Ну что, пойдем посмотрим, как наша мороженка там поживает. Вообще невкусно. Я его только что реально лизнула. Может, вообще попробовать невкусно. Помыть им руки? Пошли попробуем. Очень большое мыло, ребята, мы снимаете. Ну как? Хорошо мыло? Большое. Ну что, будем прощаться с ребятами? Пока, ребят. Я пока еще мою руки. Подписывайтесь все на канал Динуль. На канал. И не пропустите новое видео. Мы варим мыло. Мыли мыло. А еще как мы ездили в Египет. Ага. Скоро выйдет новое видео. А кстати, ребята, чтобы не пропустить эти два видео, вам надо подписаться. И поставить лайк. Всем пока.